растут не только за счет евангелизма, да? Они иногда просто растут. И у нас есть возможность сегодня помолиться. Мы просим семейство Колесниковых прийти. У нас есть Даниэла, друзья. И это огромное благословение. Спит. Спит. Усыпили ее. Усыпили ее. Усыпили. Опыт есть. Это опытные родители, прошедшие все, что возможно, да? И Бог дает благодать для ихнего семейства. Вы знаете, в Израиле всегда приносили детей для того, чтобы их благословляли. Их приводили к Иешуа, и Иешуа с удовольствием благословлял их, потому что это очень важно. Наши дети, они нуждаются в этом благословении. Единственное место, где они могут его получить, это община, друзья. Это возле Бога, от Его источника. Поэтому давайте мы сейчас протянем свои руки и благословим их, да? Святой Господь, мы благодарны Тебе, что Ты расширяешь это семейство. Мы благодарим Тебя за Даниэлу, Господь. Мы просим о том, чтобы Твоя благодать и милость была над ней, чтобы Ты сохранил ее. Вот ребенок, ребенок, созданный Тобою, дарованный Тобою на благословение. Да будешь Ты благословенна в своей жизни. Да будет Господь покровом Твоим. Да защитит Тебя Господь и благословит. Да направит Он пути Твои, да устроит Он путь Твой. Чтобы Ты жила, росла, была благословением для многих, чтобы Ты принесла огромное количество плода для Царства Твоего. Да благословит Тебя Господь дарами, да благословит Тебя Господь возможностями, да изольет Господь от Духа Своего на Твою жизнь. И да будешь Ты, Даниэла, благословенна при своем входе и выходе. Да будут благословенны Твои будущие потомки, Твои дети, Твои внуки и правнуки. Да будет благословен Твой муж. Да будет благословен Твой дом. Да будет благодать Господа на всем том, что Ты делаешь. Да будешь Ты женой из притч 31 главы, той, которая благословляет всех вокруг себя. Да будешь Ты дочкой царя. Господь, и мы просим о том, чтобы Ты благословил это семейство, чтобы и они ни в чем не имели нужды, чтобы у них была благодать, Господь, воспитать ее с мудростью. У них были финансовые возможности, Господь, позаботиться о всем том, что необходимо. Боже, да будет благодать также на остальных детях этой семьи, Господь, чтобы каждого из них Ты берег, чтобы каждого из них Ты благословлял, чтобы каждого из них Ты оберегал. Да благословит вас Господь и сохранит. Да презрит на вас Господь светлым лицом Своим. Да обратит Господь лицо Свое на вас и дарует вам свой шалом. Да будет шалом между вами, между друг другом. Да будет шалом между вами и всем остальными людьми. Да будет Господь благословением для вашей семьи. Во имя Иешуа Мессии. Аминь.